Давайте розпочнемо з заяви Рюте. Отже, НАТО підтвердило, що КНДР дійсно воює на боці Російської Федерації. А НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії. Поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю – це загроза і для Тихоокеанської, і для євроатлантичної безпеки. Ну, розуміємо, що нічого нового ми не почули. Але чи буде реакція якась, чи будуть дії, як ви думаєте, чи зараз, поки триватиме передвиборча кампанія в Сполучених Штатах, і, власне, поки буде відбуватися цей перехід влади до нового президента, ми не будемо мати якихось таких рішучих і конкретних кроків з боку і Сполучених Штатів, і з боку країн Альянсу? Ну, що ми маємо? Кім Чен Ын пообіцяв Путіну 10 тисяч своїх військових. А я нагадаю, що сьогодні тільки, от за вчорашній день, наші оборонці нейтралізували 1600 військових росіян. От, ну, то багато це північнокорейських, чи не багато? 10 тисяч – це роботи на 3 дні, грубо кажучи. Інша справа, якщо Путін і Кім Чен Ын будуть масштабувати оцю допомогу живою силою своїми найманцями, і там буде це число доходити не до 10 тисяч, а до 100 тисяч, 300 тисяч, тоді це може надати Путіну стратегічну перевагу, ну, навіть до того, що не треба буде йому проводити додаткову мобілізацію. Він зможе компенсувати північнокорейським м'ясом втрати своїх окупантів. Але це питання перспективи. Так это тактика или истерика? Еще мне очень нравится этот страх. Корейская Народная Демократическая Республика, о которой они говорили вообще с пренебрежением, теперь вызывает у них такой панический ужас. Солдаты уже Какие солдаты? Их еще никто не видел. Но уже истерика такая, что Штрах-Циммерман говорит, мы должны одеть всех формичин, украиночин. Дура! Они и так уже вовсю воюют. И так уже вовсю солдаты Бундесвера, или как он у вас там называется, дохнут на Курской земле. Спросите Авдея Ароновича Лаудинова, там немецкая речь зафиксирована. Дохнут и будут дохнуть. Вся немецкая сволочь нацистская не относится к великому немецкому народу, который осознал свою миролюбивую сущность. А вот все типа Штрах-Циммерман, возглавь этот отряд. Ну, возглавь отряд, давай, садись в какой-нибудь свой очередной Ахтунг-панцирь и давай вперед. Быстро поймаешь на себе всю радость общения с нашими блестящими воинами. Сколько поляков уже перекоцали? Сколько их тысяч уже убито? Британцев сколько? Ах, да, они же, французы, Они просто где-то в горах, да, там очередной генерал заблудился, замерз. Там где-то самолет случайно рухнул, один был. Здесь куда-то пошел на охоту и подстрелили. Мы же все понимаем, что это легализация трупов в зоне боевых действий. Что же вы, 50 стран, НАТО плюс, так испугались нескольких тысяч корейцев? Что же случилось-то? Что случилось? А то это получается так. Эй, русский Иван, ты давай один приходи, мы с братьями тоже одни придем. И там 50 братьев выстраиваются таких нацистских, и все типа идут. Так и мы одни. Ну а кто слева-справа, кто захотел, тот и встал. Та тут, знаєте, в чому іронія? Ну, по-перше, немає смішнішого жарту, аніж спитати про Курську область в Апті Лаудінова. Але я тут пригадую, знаєте, мені мої джерела з Москви писали про те, що мають достовірну інформацію, що Ачечія Соловєва, пробачте на слові, але тричі зашивали. Він так кричав на цих ефірах, коли обговорював слова Макрона про потенційну присутність французьких військ на території України, що якщо, не дай Боже, перший французький чобіт ступить, то все порвем. Нікого немає. Тут, виявляється, пачками натівські війська гинуть. Нічого собі. Але все це на фоні того, що в самій Європі мамою клялися тижнями, що нікого не бачать, нічого не помічають, і взагалі північні корейці їх не цікавлять. Всім настільки наплювати, і ні, не на нас із вами чи на нашу армію,
а не те, що робить Путін. Бо НАТО чогось в якийсь момент вирішило, що ми самостійно, як ті титани, здолаємо будь-якого ворога, скільки б армій тут не з'явилося. Але чому? Чому ж у Росії доводиться тягти узкоглазих? Ні, не тому, що все пропало, а тому, що, наприклад, кляці німці на своїй власній території відкрили нову базу НАТО, ви взагалі уявляєте? І ж ти що вздумалі? Німці трикляті переживають за власну безпеку. Це що ж виходить? Сьогодні база, а завтра що? Вже прямий наступ на Росію? То, що Западу взагалі і НАТО в частності вірити не можна. Ні на усне слово, ні на письменне положитися невозможно. Вони ведуть себе в цьому смислі високомерно і безпардонно. В понедельник в городе Росток на востоке Германии министр обороны Борис Писториус торжественно открыл новый военно-морской командный центр НАТО CTF Baltic, Commander Task Force Baltic. Центр займется круглосуточным мониторингом обстановки в Балтийском регионе. Понятно, что отслеживать будут перемещения именно российских кораблей. На службу в новый центр командируется 180 военных из 11 стран НАТО. Германия вновь готова взять на себя ответственность и ведущую роль в качестве торговой и морской державы в регионе Балтийского моря. Наше послание партнерам и тем, кто угрожает нашему миру, очень простое. Германия твердо придерживается своих обязательств. Правда, обязательства свои Германия соблюдает, как бы это лучше сказать, избирательно. Сначала срочные новости. Григорий Вдовин, наш военкор на прямой связи из зоны проведения специальной военной операции. Гриш, приветствую. Как обстановка прямо сейчас? Какой план вообще? Потому что если раньше мы делили сезоны, да, военные на весеннюю кампанию, летнюю кампанию, осеннюю кампанию, а зимой вроде как передышка, но судя по темпам нашего продвижения, нет такого деления. Идем вперед. Да, Жень, привет. Ну, действительно, мы с вами давно уже обсуждаем то, что здесь происходит. Давно уже я вам рассказываю о том, что здесь происходит. Давно уже мы замечаем и обсуждаем какие-то тенденции, которые становятся сейчас явными, о которых можно говорить. И тенденции сейчас такие, собственно, как мы с вами и говорили, что количество вот этих вот пройденных в день километров, квадратных километров, которые очень скрупулезно считает противник, который ему прямо, ну, очень психологически тяжело, и, видимо, они находятся в каком-то капкане, очень сложно это все признавать и выдавать. С другой стороны, если ты не будешь этого признавать, то послезавтра и послепослезавтра надо будет признавать еще больше. Тем более в современное время интернета, когда информация распространяется мгновенно, кадры с флагом на каком-нибудь административном здании, их невозможно будет утаить. И вот эти вот темпы ежесуточного продвижения наших войск, ежесуточных потерь противника, они только увеличиваются и растут. Если раньше это было там что-то в среднем там, ну, около 15 километров квадратных в день, то последние дни, опять же, это информация противника, мы отталкиваемся от нее, что они признают сами. Последние дни это уже 50 километров и больше, чем 50. И также можно предположить, что дальше это будет еще больше. То есть кризис, он будет только нарастать, он не будет у них купироваться и каким-то образом входить в какое-то русло. Этого русла больше нет, и дальше все у них будет только хуже, Жень. Это если в общих чертах. Какие самые горячие бои сейчас, какие самые горячие направления? Видим, Селидова пока не было информации от Минобороны, тем не менее, картинки из центра населенного пункта, где наши воины уже, в принципе, даже без бронежилетов ходят.
Ну, действительно, Селидово и Горняк – это два населенных пункта, которые противник потерял буквально вот за прошедшие выходные. То есть все произошло очень стремительно. И это, в общем, два населенных пункта из целой цепочки населенных пунктов, которые уже пали вокруг Покровска, Красноармейска. И, соответственно, следующий населенный пункт – это Красноармейск. Сейчас, судя по всему, можно предположить, что украинские войска будут отступать на какой-то рубеж обороны, оставляя уже и Курахово. А Курахово – это очень мощный укрепрайон, на котором, собственно, держится все донецкое направление или держалось. Либо, если они будут продолжать упорствовать и оставаться в Курахово, они просто могут попасть в окружение, а Курахово находится на берегу огромного водоема, и, так сказать, оттуда не так просто и уйти, как может показаться. Там сидеть на этой трубе и прыгать потом в эту воду, это такой, ну, довольно плохой сценарий.